Сюда посторонним нельзя! Разве зоопарк не в другой стороне? Опять этот паук, только в новом наряде. Ему недолго носить его. Пора кончать с ним. Наточу себе рог. Закончим, когда скажешь, куда подевал Прометей X. Послушай, рогоносец, я не собираюсь нянчиться с тобой всю ночь. Мне нужен ответ сейчас. Это невозможно. Тебе это не по силам. На кого ты работаешь? Знаешь, что со мной сделают, если я скажу? Что-то вроде этого. И это только цветочки. Потеха закончится, когда скажешь мне, где Прометей X. Я не могу. Не могу! Что ж, это плохо, толстяк. Для тебя. Ладно, сдаюсь. Лучше сесть в тюрьму, чем быть предателем. Разве я говорил о тюрьме? А? Я не понимаю. Поймешь. Смотри внимательно. Я не я, если это не сделаю. Что ты задумал? Говорю тебе, я сдаюсь. Как смешно. И я сдаюсь. Скучно быть пауком с добрососедскими намерениями. Нет. Ты это не сделаешь. Нет. Неужели? Я не намерен больше это слушать. И буду рад показать его в деле. Ты изменился, и я боюсь тебя. Она права. Я изменился. Остановись! Нет! Я чуть не совершил поступок, о котором бы сожалел до конца своей жизни, но я не знаю почему. Что это было? Что со мной произошло?